Що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу програму, програму «Новий день», і дійсно, вона хоч і вже скоро добігає до завершення, але в нас ще є теми і гості, яких ми вам хочемо презентувати. А до нас сьогодні в гості завітав Михайло Шелест, президент Миколаївської обласної школи бойових мистецтв «Червоний дракон». Вітаємо вас. Вітаємо. Дякуємо, що ви сьогодні зранку завітали до студії. Це не перша наша зустріч у студії. Савіцька посміхається, відчуває вже, що будуть знову ж таки розповідати про самооборону для дівчат. Отож, дорогі як дівчата, жінки, можна застосувати на віки. Це мрія, просто розумієте. Отож, дорогі дівчата, зараз просто час для вас. Маєте можливість подивитися, як самооборонятися, як, скажімо так, зберегти свою жіночу гордість у будь-якій ситуації. Ну що ж, що ми будемо робити? Вітя, вже готовий? Ой, а с чего же вам начать? Вы знаете, для начала, прежде чем защищаться, давайте хотя бы несколько таких маленьких коротких правил. Прежде всего, милые девушки, ну не провоцируйте мальчиков, это первое. Да, да, да. Особенно одевают те каблуки. Да, 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 к сожалению, вы знаете, такие есть маленькие-маленькие ремарочка. Вы когда идете ночью где-то там на дискотеку или еще куда-то, вы очень красивые, вы все красивые, но не делайте так, что вы прямо как... Очень красивые. Очень красивые, да, 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 да. Поэтому это есть как бы провокация. Самое главное, самая лучшая самооборона – это не попадаться вообще в такие ситуации. Но если, если у вас произошла такая... Ночью советую брезентовую накидку и пошли. По сути, да. Нужно быть красивой и недоступной, спрятаться в сейфе и накладываться. Да, значит, если вдруг ситуация к вам просто пристает какими-то такими плохими намерениями, и вы не можете отвязаться, уже как-то были показывали, есть обычные спокойные удары, даже не удары, а, скажем так, болевые точки или нанесение этих же самых ударов. Значит, кадык, глаза, пах. Я сейчас на Вите продемонстрирую, да. Представим, что я очень милая девушка. То есть наоборот. Стереотипы. Витя у нас будет милая девушка, а я буду... Большой дядька, который будет приставать, ну, для начала, наверное, все-таки я буду милой, я покажу, да, значит, прежде всего, да, вот, да. Я уже вживаюсь. Девушки, значит, удар рукой в пах. Я понимаю, что все обычно, как бы, правша, все, как бы, занимаются, да, но лучше бить левой, почему? Потому что левой никто не ожидает, правильно. Я прошу камеры, обратите внимание на руку, удар не должен быть с размаха какой-нибудь такой, он должен быть очень короткий. Очень короткий, потому что вы вот так вот, вот да, вот сам удар, он короткий. Вот если ну, то есть я меня хочет, да, там подхожу, типа, там крошка, да, ой, крошка, все. Да. Тут вопрос, то есть, когда... сама кисть должна быть работать. Угу. Посмотрите, еще тогда вопрос, это когда вот подходит спереди, да, получается? Да, по сути дела, если он хочет сзади что-то сделать, угу. То же самое, удар, пах, но опять же, это не должно быть, понимаете, вот такой замах, потому а что... Ты же зориентуешься, да там пах, и я его по нему вышел. Те девушки, которые ходят на дискотеку, они уже ориентируются. Ні, я маю на увазі, що зараз ти не завжди побачиш, куди бити. На тебе нападають, в тебе пам'ять. Кстати, насчет, вопрос какой? Когда мы не берем конкретных, вот, в данном случае мы сейчас разговариваем о том, что когда еще не то, что нападают, уже там прямо аж бьют. Если какой-то реальный маньяк и вас схватил и побежал там, не знаю, в лес, то там это, конечно, не спасет. Там ситуация, очень, кстати, правильный вопрос, ситуация в том, что, ой, вы знаете, как народ говорит, постарайтесь расслабиться и получить максимум удовольствия. Но вопрос в чем? Сила женщины в ее слабости. Слабость в чем заключается? Если вы начнете сопротивляться мужчине, ну, вот у меня сейчас 103 килограмма, у тебя, не знаю, килограмм 45, может, да, я не хочу, да-да-да. Вот, если ты против меня просто не справишься никак силовыми, но девушка может что, как бы поддаться. Еще раз объясняю, поддаться, но это не значит, что вот прямо вот. То есть задача мне сбить, вернее, девушке задача сбить агрессию парня. То есть он должен, я тебя хочу, не-не-не, меня это больше заводит. Соответственно, ладно, бери. А, то есть так, я уже как бы не проявляю, то есть, ну, если уже как бы все по моему сценарию, то я уже как бы расслабился, и в этот момент, то есть, что задача... По расслабленным точкам. Да. Дезориентировать, то есть, потому что когда постоянно вот это вот, парни, это вот, и начинают что-то там, и вывод какой, еще один момент. Есть у женщины как минимум 3-5 вариантов. Можно сопротивляться, но если парень, ну, это парнем нельзя назвать, это... Плохим словом тоже не хочу в эфире называть. Парень, скажем так, да, так сказать, негодяй, который хочет воспользоваться женщиной,
в своих целях, в плохих целях, то есть у женщины несколько вариантов. Просто квартиру первый... ей хотел предложить, а она ему хрях. Да. А ему уже ключи выпали с рук. У женщины очень, как бы, 3-4 варианта. Первый вариант — сильно-сильно сопротивляться, но он начинает тогда применять грубую силу, он вас просто бьет, и потом в конечном итоге как бы все равно достигнет своего. Разница в том, что будет период реабилитации вашей, психологически вы будете подавлены. Когда же это называется эффект жертвы? Когда же вы хищница, даже если вы попадаете в ситуацию, ведь бывает красивый цветок, но он вроде как... Цветок красивый, на этом самом он хищник, то есть птичка он и съел. То же самое женщина. И тогда жертва уже маньяк. По сути дела, да. Вот, и получается девушка как вопрос «на», вроде «на», он только «а», и вот в этот момент наносить удары. Опять же, удары, если правильный тоже вопрос, в таком хаосе девушке сохранять спокойствие. Но сохранять спокойствие очень сложно, когда надо хотя бы, ну, хоть, не знаю, какие-то думать, какие-то навыки дома там отрабатывать, желательно на мужчинах. Еще один самый важный момент. Не отрабатывайте девушки в паре с девушкой. На вас нападает мужчина, вы должны ощущать его силу, мощь, не знаю, запах. Вы должны с этим, потому что, опять же, вот я его начинаю там что-то вот как-то... Да. Михаил, я уже делаю 2 шага назад. Да. И вы должны это понимать, что вас дергают. В этот момент надо понимать, куда, чего и как. И кто. Итак, удары, правильно. Если сориентироваться в пах не получается... Допустим, он там сзади, я не знаю, где раз там, и там все. Тот, да. Но опять же, ему... Он как бы прикрыт уже, все. Да, как бы вопрос такой, все равно ему придется как бы нас разворачивать. Ну как бы, да. Лицом так все. А в этом, опять же, ситуация другая, поэтому еще раз объясняю. Не провоцируйте, ходите, скажем так, в джинсах. Ну, я образно говорю, да. То есть вопрос какой? Джинсы. То есть, когда он начинает вас что-то там, вы можете сказать, да, хорошо, я... Давай, он вас разворачивает и что-то штамп, и в этот момент можно, да, допустим, удары в кадык. Но опять же, в кадык не должны быть, если вы нацелены бить, вы должны бить. У вас не должно быть 2 момента, вроде как... Никаких сомнений, да? Да, абсолютно верно. Не должно быть, знаете, вот я думаю, этим занимаюсь, и занимаюсь в разных залах, девушки у меня спрашивают, а вот что делать, если на меня нападают? Вы знаете, я им говорю... У вас же есть там вот маникюр, допустим, ключи какие-то, может быть, какой-то там еще что-то. Допустим, бейте пальцем в глаз. Причем не бейте, а как объясню правильно. Но что самое интересное, что девушки говорят, ему же будет больно. Вы понимаете, тот маньяк, это уже не человек. Это если вы случайно, вот мы в эфире, я Витя зацепил, да, я извини, пожалуйста, я не хотел. Ничего, но если, да, если я начинаю за вас, то здесь уже как бы не должно быть по сути жалости, потому что это ваша жизнь, ваша честь, и этот человек, и кавычка, больно, он, уже, вам. Он уже, да, он уже не достоин, он уже не человек, он уже вышел за рамки людской нормы, скажем так, поэтому вы должны здесь бить правильно, четко, даже не бить, потому что в глаз попасть очень трудно, то есть просто нацелено, он там что-то там вам хочет, да, а вы нацелены там, ай-ай-ай, и именно давлением, пальцем, да, не хочу, потому что Витя красивый с двумя. Да. С одним красивым не испортим. Витя, хочешь, чтобы я на тебе потренировалась, мы нагадно... На мне, я уже... Кстати, кольца тоже, вот, да? Иди сюда. Я буду вроде как приставать, обнимать, да. И вот здесь. Я бью в глаза. А Инна не особо сопротивляется. Такая уже. Руки подняла, все, сдаемся. Пытаюсь отталкиваться. Вот это да. И в этот момент давлением, пальцем, да. Я просто бы снимать не кашу, я вам больно не сделаю. Я бью. Ай-яй-яй, да, вот так, да. То есть не бью, а именно давлю. Да. Савицкая, хороший вариант. Боже, какие красивые у тебя глаза. Дай посмотрю. Да, вот эти. Это как один... Хороший глаз. Один из вариантов, да. Потом, допустим, это когда у вас есть близкий контакт. Если же он еще не близкий контакт, да. Давай лучше на Вите. Если же ситуация вот такая, вот когда он просто цепляется, и вы уже явно, он не понимает уже слова «не хочу», «отстань», там «я буду звать милицию» и так далее. Которой пока еще нет до 5 К сожалению, числа. Да, у нас непонятно, что у нас или милиция, или полиция, поэтому каждый гражданки или девушки должны уметь защищаться сами. Поэтому атака может быть в кадык, но опять же, в кадык не пальцами. Почему? Потому что пальцы у вас не готовы к удару, да, и вы можете банально тоже промахнуться, потому что шея – это не тело. Шея маленькая, да, вы промахнетесь, он «ах, ты так!» и «получи, и будешь тебя». Да. Поэтому лучше бить вот таким моментом и желательно в кадык. Опять же, то есть я, он допустим, вернее, я уже, получается, пристаю, удар,
Удар, бум. Только опять же, удар должен быть жесткий, целенаправленный, не должно быть жалости. Пока он корячится, можно ногой засадить опять же в пах. То есть удар, пока он бум, да-да-да. То есть это вот такие вот... Сколько маленькие... у нас болевых точек, да? Болевых, вы знаете, человек — это одна большая болевая точка. Но в то же время, вот не поверите, это такая, ну, настолько сильная машина, скажем так, которая вот бывает, бьешь, а вот он не падает. А с другой стороны, с другой стороны там непонятно что, там, как говорится, упал, снулся гипс. То есть вот такие ситуации очень много. Смотрите, то есть, так подводя небольшой итог, можем что, в пах бьем рукой, глаза, кадык, каблуком, соответственно. Это по-любому, это все правильно, то есть используем все женские ухищрения. Еще есть моменты, когда вы можете за губу хватать, допустим, нос вот этой частью, там, как-нибудь так кефиру. Ребята, приблизьте, пожалуйста, камеру, вот именно, причем вы можете не обязательно бить, а как бы задирать. Понятие, сюда, да? Сюда, да, и... Рукой, кстати, тем... это наш кадык. Опять же, да. И пальцами вы можете, опять же, вот сюда, и пальцами, видите, работа в глаза. И тем самым... Сколько всего можно сделать? Ну, извините, женская самооборона, вы должны понимать тоже, что это... когда мы стоим в эфире, мы все такие хорошие, красивые, и нам, конечно, это как бы чуждо, но когда вы в ситуации, ну, скажем так, с насилием... А, к сожалению, у нас Николай, вот как не какой-то месяц кого-то там изнасиловали, кого-то там что-то... Федерация проводила несколько таких больших масштабных, по школам ходила, девушкам рассказывали о самообороне. Ну вот поразительно, вы знаете, не надо никому это. Вот самый парадокс. Приходишь, девушки, послушайте, милые, вот есть такая ситуация, это вас касается. Понимаете, меня насиловать, ну как бы, я не знаю, может у кого-то там и будет мысль такая, ну да, я грубый, волосатый, 100 килограмм. То есть поэтому, соответственно, да. Тем более, да, и красотой не самый красивый. Я когда смотрю на себя... Вдруг девушка подойдет такая: красавчик, слышишь? Да, в этом плане, да, женщины сильные. Если она подходит и говорит: красавчик, то все, я таю. Меня не надо бить, я сама. Отключилась. Я хотела зацепиться за эту тему, ведь не всегда женское насилие есть. Иногда насилие над мужчинами. Вот видите, у нас слабый, несчастный, подойдет к нему какая-то 100-килограммовая женщина. И как ему защищаться? Этот слабый, несчастный сейчас кому-то... Да, кстати, насчет, да... Если большая женщина, ой, ну не знаю, здесь, я не знаю, если честно, вот в этом, я не женщина, к это сожалению. Это случай, когда расслабьтесь и получайте удовольствие. Точно. Вопрос еще один момент, когда вот я уже в эфире сказал, женщина обязана ли, как бы должна, или, не знаю, пробовать эти моменты именно с мужчиной. Причем с мужчиной чувствовать, чтобы ее, допустим, там... положили, чтобы он лег, чтобы попробовать. Я имею в виду каких-то там, да, если вы хотите заниматься самообороной. Опять же, это не надо вам быть вот такими девушками там. При любом случае, женщина — это женщина. Она женственная, она красивая, ее хочется обнять, поцеловать. И она не должна быть, блин, чтобы, знаете, вот как я вот там сказал где-то в статусе у себя писал, что пошли пиво попьем и вагоны разгрузим. Женщина должна быть, да, она должна хочется ее как-то вот так вот. Соответственно, опять же, она должна быть красивой, но при этом уметь хотя бы где-то там что-то как-то защититься. Да, я думаю, это самое главное. Что ж, эфир уже подбегает к завершению. Мы благодарим вас за то, что сегодня пришли к нам в студию. Да. Последнее, мы еще больше будем учить. Конечно, постоять за себя. Ну, девушки, вы самое главное помните, ваша самооборона в ваших руках, поэтому учитесь, запоминайте. Да. И в наших знаниях приходите. А мужчины, а нам остается единственное. Если пристают женщины к нам, то расслабляемся и получаем удовольствие. Конечно. На такой позитивной ноте мы завершаем наш эфир.